первая задача. Коля выбирает трехзначное число. Найдите вероятность того, что оно делится на 100. Значит, такие задачи можно решать на интуитивном уровне. Итак, давайте для начала посчитаем, сколько всего трехзначных чисел. Итак, первое – это однозначные числа. Ну, мы знаем, что их от 1 до 9, то есть 9 чисел. Значит, второе – это двузначные числа. Двузначные числа – это числа от 10 до 99, то есть 90 чисел. И третье – это трехзначные числа, то есть это числа от 99 до 999, то есть 900 чисел. Ну, надеюсь, вы уже заметили закономерность. Можем для интереса еще раз смотреть четырехзначные числа. Это от 999 до 9999, то есть это 9000 чисел. Почему я рассмотрела все четыре способа? На самом деле они все встречаются в разного рода задачах. Значит, прочитаем еще раз условия. Найти вероятность того, что оно делится на 100. Итак, из нашей задачи мы уже увидели, что всего исходов будет 900. Расписали себе всего 900 исходов. Для чего это надо расписывание? Для того, чтобы вы систематизировали свои знания. Чем больше вы пишете, тем больше вы запоминаете. Значит, теперь давайте посчитаем числа, которые делятся на 100. Некоторые выписывают их в ряд. 100, 200, 300 и так далее. Некоторые считают по пальцам. Это все равно, как вы будете это писать. Я, например, выпишу. Итак, 100, 200, 300, 400, 500, 600. 700, 800, 900, все, больше трехзначных чисел нет. То есть я получила 9 чисел. То есть 9 благоприятных исходов. Для чего нам нужны благоприятные исходы? Ну, благоприятные исходы, поделенные на общее количество исходов, это будет решение нашей задачи. Ну, можно сказать и по-другому. Итак, 9 поделить на 900, и мы получим, что у нас результат 1/100. Или 0,1. Итак, еще раз повторю. 9 благоприятных исходов делим на общее количество исходов. Задача номер 2. Значит, этой задачи вы не увидите на экране. Мы просто рассмотрим с вами пример, что нужно найти вероятность того, что число, содержащее 3 знака, то есть трехзначное число, делится на 3. Ну, с первой частью все понятно. Всего исходов 900. А вот теперь не будем же мы с вами выписывать все числа от 3 и до конца, да? До 999. Ну, для начала давайте посмотрим, что мы здесь имеем. Мы имеем, что первое число, которое делится на 3, путем перебора 100 на 3 не делится, 101 на 3 не делится, а вот 102 делится. Итак, обратите внимание, а первое это 102. А последнее, анное какое-то, это 999. Ну и теперь вы уже догадались, что, конечно, мы будем пользоваться арифметической прогрессией. В чем заключается формула арифметической прогрессии? Анное равняется а первое плюс d умножить на скобочку n минус 1. Давайте вспомним с вами, что это такое. Вот это последнее число. Вот это
первое число. Вот это разность. Что такое разность? Ну, поскольку у нас число делится на 3, то наша D в данном случае будет 3. Как его найти? Первое число 102, следующее 105, от 105 отняли 102, получаем 3. А второе отнимаем, а первое 105 минус 102 равняется 3. Ну, кто-то скажет, что мне эта строка не нужна. Прекрасно, вы поняли, что D это 3. И продолжаете решать дальше. Что такое N? N это номер. Номер последнего члена. К сожалению, мы его не знаем. Но раз мы его не знаем, его нужно найти. Итак, 999 равняется 102 прибавить 3 и на скобочку N минус 1. Раскрываем скобки. 999 равняется 102 плюс 3n и минус 3. С n оставляем с этой стороны, а без n переносим в противоположную сторону. 999 минус 102 плюс 3 и равняется 3n. Далее мы посчитали, что это у нас получилось 900. Получается, что это 3n. Значит, отсюда n это будет 300. А вспоминаем теперь условия нашей задачи. Надо найти количество чисел, вероятность деления, что число, случайно выбранное, делится на 3, да? Задача звучала так. Найти, что вероятность того, что случайно выбранное число делится на 3. Значит, в этом случае мы что делаем с вами? Мы число благоприятных, а это мы получили благоприятные исходы, делим на количество всех исходов. То есть 300 делим на 900. Получаем 1/3. Дальше, если у вас идет ответ, дальше, если в условии стоит ответ округлите до сотых, то числитель нужно поделить на знаменатель и округлить. В моей задаче такого условия нет.